Подготовка основания. Перед началом укладки плитки необходимо тщательно подготовить основание для этих операций. Для этого нужно снять остатки кладочного раствора и прогрунтовать само основание. Основание должно быть ровным и прочным. Если основание загрязнено, необходимо его очистить, например, с помощью очистителя Крепс. Впитывающие основания рекомендуется обработать грунтовочным составом Крепс Праймер. Грунтовать в один слой надо? Грунтуют обычно два раза с промежуточной сушкой минут 20-30. Грунтовку желательно не разбавлять, если это не концентрат. Сильно впитывающие основания грунтуются дважды. Второй слой грунтовки наносить необходимо в тех случаях, когда первый слой просыхает быстро и образуются видимые пятна на основании, где грунтовка впиталась больше всего. Такие места нужно прогрунтовать второй раз.